Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5. И, ребята, я говорю спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставит лайк, оставит свой комментарий. И также, если ты еще не подписан, то подпишешься на мой канал, я буду очень сильно этому рад, ребята, честное слово. И также, если вы хотите видеть GTA 5 как можно быстрее, завтра или послезавтра, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк, я буду очень сильно этому рад. Если мы наберем 200 лайков, то новая серия выйдет сразу же завтра. Ребята, дайте я одену наушники. Ой. И мы сразу же приступаем к выполнению заданий. Заданий. Так, куда движется этот вообще транспорт? Ребята, кто не помнит, то... Так, у нас есть... Так, нам нужно гранатометы, пулеметы и все остальное. Мне просто интересно, есть ли у нас нужны для нас вещички, чтобы остановить вот этот конвой, с которого мы... Что мы там с него добудем? Нужны нам вот эти все пулеметы, гранатометы. И с помощью этого мы потом сможем ограбить нужный нам банк, чтобы заработать бабла и чтобы купить вертолеты, самолеты и все остальное для выполнения задания от ФБР. Это вообще они нафиг наглые, им нужно выполнить задание, а бабло должны тратить мы. Это реально как-то нагло. Так, этот конвой уже куда-то передвинулся. У меня есть такое ощущение, что он будет двигаться куда-то вот сюда. Давайте мы его где-то вот тут встретим. Допустим. Ох, почему ты так глючишь? Офигеть, ребят, вы себе не... Вы не представляете, как это глючит вот именно вот тут. Я не могу понять, почему вот тут такие лаги. Нам нужно в ту сторону, но нам нужно как-то скоротать вот это все, хотя вряд ли у нас это получится. Потому что, ребята, вы видите, то, что конвой движется в ту сторону, нам нужно туда как-то доехать. Сейчас мы через поля, через океаны попытаемся туда быстренько доехать, если у нас, конечно, вот это все получится. Хотя, на этом джипике мы сейчас... О, да, в принципе, мы уже тут, ребята. Смотрите, как мы быстренько... как мы быстренько сюда доехали. Ой, главное успеть. Главное успеть, конвой где-то... А конвой вообще в эту сторону движется? Нет, А хотя, может, даже в эту. Наверное, в эту. Так, что мы сейчас будем делать? Нужно где-то вот тут припарковать машинку. Хотя фиг его знает, честно. Давайте вот тут припаркуем. Все. Конвой, ребята. А конвой не сюда двигается. Ах ты жопа. А куда конвой двигается? Мне кажется, конвой вот сюда будет двигаться. Вот. Ух ты! Да, это нам вызов, ребята, честное слово. Нужно его догнать, перегнать, сделать засаду. Это реально будет не так уж и просто, потому что хоть это и конвой, но он быстренько передвигается. А мы еще на вот этом джипике туда хрен когда-то доедем. Я не знаю, ну просто, честное слово, ребята, я не знал маршрут конвоя. Я как-то, когда первый раз проходил вот этот GTA 5, я как бы... Прибыл туда, расстрелял всех, пока меня там не убили раз в 5, не знаю, или даже больше. Но потом я это все украл, и, если честно, я даже маршрут вот этот не запомнил. Не запомнил. Но вот смотрите, вот видите, он там уже перед нами. Нам нужно его как-то обогнать. Вот он, ребята, уже... Вот он сейчас. Вот он заворачивает. Оборудование должно быть уничтожено. Он будет сюда ехать? Да, он сюда будет ехать. Я так надеюсь. Да, он за нами едет. Ребята, едем туда, куда у нас... Не будем мы сейчас останавливаться. Едем туда, куда нам сейчас нужно. Потому что я хочу устроить небольшую засаду где-то вот тут. Вот. Так. Опа. Побежали. Он где-то сзади нас, да? Вот. Круто. Побежали. Я надеюсь, что у нас это все нормально пройдет. Вот это засада. Так, где? Вот, вижу. Он сюда движется? Да. Пока что сюда. У нас есть взрыв... Ух, у нас нету гранатомета. Есть у нас гранатомет. Замечательно. Он тут?
Или он куда-то... Нет, он походу тут. Ребят, сейчас нам нужно подождать. Смотрим на карту, вроде он потихоньку движется. Но то, что я не знаю, сможем ли мы это так просто... Я бы, если честно, вот сейчас на гору еще залез, чтобы потом со снайперки их расстрелять. Ух, я как-то немного боюсь, если честно. Замечательно, одного запинали. Дальше. Так. Да где ты, зараза? Во. Все? Одну машинку мы так сразу взорвали там. Ой. Где? Одну машиночку мы сразу так... Там еще один. Мы ее сразу так взорвали. Так, круто. Сейчас нам назад нужно. И там сразу убили двух солдат, которых даже не нужно было убивать. Потом двое солдат еще осталось с этой машины, которые вроде вылезли, и там больше было, не знаю. И двое с машины, которая еще сзади нас ехала. Ну, в принципе, мы, если честно, справились. Я первый раз, когда проходил это задание, там, когда проходил GTA 5, я, если честно, его пару раз вроде проходил. Ну, я не знаю, почему-то у меня не получалось его как-то быстро пройти. И там, я не знаю, пару раз меня убивали, пару раз я взрывал конвой, а сейчас как-то все как по маслу в какой-то степени прошло. Да ты чё, охренел? Да... Это даже не по правилам в реальной жизни дорожного движения. Вот сейчас я правильно ехал, но я, в принципе, не мог его обгонять там одного. Но тот, кто едет по встречке, если он заворачивает, он должен пропустить меня. Только после этого завернуть. А он, а тут, ну, в принципе, это GTA, тут рассчитано то, что игрок не по правилам будет ездить. А также, наверное, и вот эти все искусственный интеллект, да, вот эти все водители тоже не по правилам ездят. Так. А сейчас, ребята, что, что нам нужно? А, ну, в принципе, сейчас поедем туда. И говорю, сейчас я как-то, не знаю, как-то это все простенько было в какой-то степени. Одну машину мы взорвали, поставили там взрывчатку на дороге. Она ехала, пух. Первая машина сразу улетела. Потом осталась еще машина, которая была сзади, но я ее как бы никак не мог взорвать, потому что я бы, наверное, задел вот эту машину. С этим оружием, и может ее бы даже взорвал, поэтому я лучше не рисковал. Одну машину мы взорвали, а других там пару солдат, или сколько их там, 5 или больше чуть было, и может меньше, хрен его знает. Я как-то не считал, сколько я людей убил. Мы их расстреляли, и все. И сейчас мы уже... Вот сейчас куда? Ой, сейчас вот сюда. Сейчас вот сюда. Ага. Все. Где там кошка? Так, ладно. Военное оборудование, мы выполнили задание. Даже как-то это прикольно было, если честно. Ну, прикольно. Так, машиночка. Что дальше? Звоним, звоним. Лестер всегда не знает, звоним или звоним. Лестер, Лестер, пидо Лестер. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. В какой лаборатории? О. Ух, ни хрена себе. Эту машину... А, нет, вроде видел, хрен его знает. А, так мы... Да хрена я сажусь в машину, если мы уже, в принципе, вот тут. Я просто думал, нам куда-то нужно будет ехать далеко. Да пофиг, мы и так. Сейчас, вот. Новое персональное оружие, самое комбатное и мощное. Уже доступно, не пропустите. Да пофиг, что там полиция, милиция. Мы уже как-то... Нам пофиг. В принципе, тут нас даже никто не найдет, и мы уже на задании. О, какой ты деловой! First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her. Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Ah, she's 57, and she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane.
You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them. And now that they're gone, you miss them. Mm. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Hey, mother... Hey! Why? Enough! You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay. We're going to do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in. You grab the tape. They rendezvous with you, and you get out of there. Is that a work for everyone? Great. Let's go. Ограбление. Let's get this done. Paleto Bay. Доберитесь до пирса. Ни хрена себе, 6 километров. Это, если честно, долго. Yeah, I was driving on the job my boy Lamar pulled. Guess it's the same kind of shit we doing now, right? Ребята, мы уже тут. Я просто не нажал на паузу, потому что 6 километров это реально долго ехать. Они тут рассказывали истории, какие, какое у них было первое ограбление, сколько они заработали с этого. Frank, we're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready, because we're gonna want to... Вашу мать. Get ready, because we're gonna want to go ASAP. I'm on getaway, man. I'll do it. Так, куда, где мы его оставляем? Ага. All right, you know where you gotta be? I got it down. I'll bring a dye pack just for you. Поставьте фургон у входа. Так, а вход где? Это нет, это не банк. Вот банк. Так, опа, опа. Ready for this? Опа. I could use a restroom break. You ready? Let's go! Ребята, ограбление! Ограбление! Хрена себе пушечка. We're gonna hit it, let's hit it! This won't take a minute! Get down on the floor! You getting off on this little man? Давайте! Все на пол! И ты тоже! О, ща. Так. Так вы что, издеваетесь? А что нам нужно? Доберитесь до хранилища. Опа! Начинается перестрелка. Они опять думают, что это ложная сигнализация. Они опять думают, что это ложная. О, доберитесь до хранилища. Мы тут. Дайте мне пройти. Так. Куш. 6 миллионов. 7 миллионов. 8 миллионов. От первого лица, ребята, мы грабим. От первого лица. Time to face the music. О, это вот та бронька, о которой я говорил. Sweet. Sweet. А у меня даже залагало, если честно. Охренеть, у меня даже лагает. Nice work, team. Thank you. Now let's get the fuck out of here. Incoming!
А что нам нужно? А, нам нужно бежать. Ага, а я думал, вам нужно просто сидеть и всех отстреливать. В заливе копы, вам не удастся там пройти. Не ори. Эта пушка, это вообще. Ломай барьеры. Восемь кусков, не кусков, 8 миллионов. Нам нужен новый путь отхода. Да дайте мне посмотреть. Ух ты, ни хрена себе бронированные машинки. А почему у нас деньги тратятся? То есть я как-то не понимаю, может мы их выпускаем или... О, так вот там еще чувак. Потопали. А они нам толком ничего не... О, вертолет. А он бронированный? А нет, не бронированный. Какой бронированный? Потопали. Почему мне за Майкла нужно? Я не хочу вот это, я хочу за Тревора. А почему мне показывают, что... Жарковато, реально. Танк? Танк? Ни хрена. А куда нам нужно? Доберитесь до Майкла и Тревора. Охренеть, это что вообще такое? Это реально, ребята. О! Это реально. О, так, заворачиваем. А почему мы уже столько бабла потеряли? Я как-то не понимаю, из-за чего мы вообще его теряем. Остановите бульдозер. Хрен вам какой бульдозер. Не остановлю я никого. Сейчас, нет, не вот этот поворот, а там следующий. Ух. Так, сейчас вот тут там завар... Нет, не тут, в следующем. Вот тут. Давайте, давайте, ребята, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Охренеть. А шеф где? Или кто там? Доберитесь до фабрики. Еще один? Охренеть. Он бы раз просто-напросто в нас попал, и все, тут бы жопа была, если честно. Но они какие-то очень кривожопые. Я хочу на Тревора переключиться. У него пулеметик вообще офигенный.
А, сейчас уже другой, сейчас уже не пулемет. Тогда я не хочу за Тревора. Хочу за Майкла. Офигеть, это задание, ребят, это вообще. Ребят, это задание, это... Ребят, я просто сосредоточен немного. Реально очень крутое задание. Это ограбление, это вообще, ребята. Так, тут еще один. Поезд. Убейте! Во! I'm glad you got hired for the job. There's some guys trying to get in here. Chef's holding them up. Might give us the window we need to jump a train. And we got a train to catch. We ain't got long. А где? Какой поезд? Couple more minutes. How long we got a hold for? Keep it under control. Держись. Last call. Could be our only way out of here. А я что такое? Где поезд? Где поезд? А поезд... Так, во, еще раз. Ждем поезд, уже туда не прыгаем. Так, кто там стреляет? Давайте, давайте. Я тут крою. Так, тут. Сядьте на поезд. В этой броньке хрен ты там даже подпрыгнешь. Да, и все так просто, убежали на поезд. То есть за нами там вертолеты, танки летали. Сейчас мы сели на поезд и убежали. То есть не может танк какой-то на проездную часть на поезд заехать и просто не дать ему проехать, или даже взорвать его просто нафиг. I'm a friendly agent Sanchez. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Expecting them two to bring you up. You're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay. And here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, it's a huge fucking win. Woo! Все? Это нам да? Охренеть, мы столько бабла ограбили, а они нам такую пачечку дали. Get your crew together, okay? Fucking punk. All right. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you, homie. All right. Come on. Seatbelt. Serious? Ограбление состоялось. Большое дело в маленьком городе. Ух, смотри, там даже у нас какое-то задание открылось. Вот, Ти, да? Это Тревор. Да. Но сейчас мы, ребята, это уже 100% выполнять не будем. На этом мы тут закончим. Нам дали сколько? 400? Ни хрена себе, 500 000. То есть 500 000 каждому, это нам дали 1,5 миллиона, а себе забрали 6-7. А себе 6,5 миллионов забрали, да. Папа, привет, как дела? Пишу тебе письмо, это так странно, прям как будто в 90 электронно почтовал. Ребята, на этом мы заканчиваем. Всем за просмотр, ставьте лайки. Если наберем 200 лайков, сразу же выходит новая серия GTA 5, как я уже говорил ранее. Оставляйте свои комментарии, если у вас есть какие-то вопросы GTA, пожелания или еще что-то, какие-то интересные факты о GTA 5, которые я не знаю или которые вы хотите, чтобы я выполнил. Ребят, чувак, не сейчас. То пишите комментарии, я постараюсь их прочитать. И также, ребята,
Подписывайтесь на мой канал, я рад каждому новому подписчику. Поэтому, ребята, кто еще не подписан, подписывайтесь, я буду очень сильно рад. А на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.